Дадим бой всей просрочке и нерадивым директорам магазинов. С таким негласным девизом в один из продуктовых супермаркетов на улице Кирова наведался народный контроль. От горожан поступила жалоба, что здесь продают просрочку. Эксперт управления предпринимательского рынка и услуг городской администрации Сергей Банников отправился проверить достоверность претензии. Первый в поле зрения специалиста попадает молочная продукция, где чаще всего находят испорченный товар. Все продукты с запасом довольно большим. Будут недавно привезенные, все свежие. Пойдем теперь в другой отдел посмотрим. Впрочем, ни в отделе с овощами, ни в отделе с хлебом просрочку так и не нашли. Единственное нарекание эксперта – арбузы. Ягода утратила былую свежесть и привлекательность и стала мягче помидора. Директор магазина готов устранить нарушение. Попросите, пожалуйста, сотрудников перебрать, потому что они многие уже... Видите, в каком состоянии. У вас есть наверняка сотрудник, который отвечает за это. Да, пожалуйста, перепроверьте. А так, в принципе, магазин у вас в хорошем состоянии, просроченный и не соответствующий санитарным нормам продукции, не выявлено. Продолжайте в том же духе. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. По словам эксперта, такие магазины встречаются нечасто. Директора магазинов стали больше внимания обращать на... соответствие продукции с сроком годности, и поэтому с каждой неделей данной продукции становится все меньше и меньше. В случае выявления большого количества просроченной продукции мы обращаемся в Роспотребнадзор с просьбой провести дополнительную проверку данного магазина комплексно. В этом случае магазин может раскошелиться на кругленькую сумму до 500 000 рублей штрафа.